Привет! На связи Иван Кочергин. Сегодня мы поговорим про цвет. Как его править, как избавляться от грязи, создавать акценты по цвету. Что ж, приступим. Работать будем в блоке HSL в Lightroom или Adobe Camera Raw. Чтобы придать зелени холодный пленочный оттенок, сдвинем бегунки Hue зеленого и желтого цветов вправо. Чем сильнее будет сдвиг, тем больше изменится цвет зелени. При этом повышается насыщенность. В блоке Saturation бегунки желтого и зеленого наоборот смещаем влево. Кстати, если говорить про грязь, большая часть грязных оттенков находится, как правило, в желтом диапазоне. Смещение насыщенности желтого в минус даст более чистый цвет. Главное не переборщить. Кожа людей – это оранжевый диапазон в большей степени. И чтобы уменьшить пятна и смягчить образ, насыщенность оранжевого уменьшаем, а его яркость, lightness, наоборот, увеличивает. Эти простые приемы помогут вам в вашей повседневной обработке. Итак, повторим. Hue желтый и зеленый сдвиг вправо дает пленочный цвет, стиль Fine Art. Насыщенность желтого снижаем, чтобы убрать грязь. Насыщенность оранжевого снижаем, чтобы смягчить кожу. Яркость оранжевого, наоборот, увеличиваем, чтобы освежить лица. Теперь пора приступить к обработке своих фотографий. Удачи, дорогие друзья, и до завтра!